Сейчас зайдем в Теотинеркирхе. Тут названия эти, вообще фиг поймешь. Тут так все сложно. Вот такая вот галерея в итальянском стиле. И мюнхенская резиденция. Поражает размером их церкви. Это называется Теотинеркирхе. Вообще непонятно о чем. Все по-богатому. Ну, скорее всего, что это все-таки какое-то уже барокко, потому что очень все богато украшено. Белое. Резные колонны такие богатые. И вообще прикол, орган просто вот здесь сзади с алтарем внизу. Короче, как хотели, так и строили. Но прикольно, есть тоже картины. Неизвестно чьи, как почитать, чья это красота. Но огроменная вообще такая большая. И там капеллы такие тоже спрятанные.